Добрый день, командиры! В игре «Мир самолетов» от Wargaming с 26 по 29 августа проходит игровое событие «Больше опыта экипажа». В рамках игрового события у нас будет возможность получить игровое имущество, выполняя боевые задачи. Это игровое событие заслуживает внимания и будет интересно в том числе командирам миротанков и кораблей. Кому-то интересны все призы, а кому-то исключительно игровое золото, премиум аккаунт и свободный опыт. И с точки зрения прокачки игрового аккаунта Wargaming, самая интересная боевая задача – мастер на все руки. Заработать 150 тысяч персональных очков за любое количество боев. Награда – 2 уникальных трофея. Напомним, что в уникальном трофее может выпасть до 10 тысяч золота, до 25 тысяч свободного опыта и до 7 дней общего премиум аккаунта. Кроме того, из уникальных трофеев рандомно выпадают премиум самолеты. И в том случае, если у вас в ангаре уже есть самолет, который выпал из трофея, на ваш аккаунт Wargaming будет начислена разовая компенсация в золоте в размере полной стоимости самолета. И каждый новый премиум самолет в ангаре повышает ваши шансы получить такую компенсацию. Перечень премиум самолетов, которые выпадают из уникальных трофеев, и их стоимость перед вами сейчас на экране. И для выполнения этой задачи понадобится провести около 15-30 боев в период действия игровой активности. Или от 5 до 10 боев в день, в зависимости от вашего мастерства. Остальные боевые задачи будут интересны исключительно пилотам. Список всех задач и наград, а также техника, на которой выполняются задачи, перед вами сейчас на экране. Кроме того, обращаю ваше внимание, что в игре «Мир самолетов» от Wargaming с 17 по 31 августа все еще доступна к выполнению цепочка из 10 боевых задач на самолетах с 4 по 10 уровней. И после выполнения каждой из задач на аккаунт будет начислено игровое имущество. Более подробно смотрите видео на канале, ссылка есть в описании. Надеюсь, информация будет вам полезна. До новых встреч на нашем канале.